Добрый день! Это дополнение к моему обучающему видео по сборке кубика Рубика 5х5. Если вы не смотрели основной обучающий ролик, то рекомендую ознакомиться. Если возникнут какие-то вопросы, то вернуться к этому. Здесь я покажу несколько сборок с объяснениями, методом для начинающих. Первая сборка. Начнем по обыкновению с белого центра. Видим, он у нас одинокий. Но здесь два вот таких вот элемента. Можем их подвести к нему. И у нас получается первая полоска. Видим здесь два элемента. Здесь третий. Соединяем их в полоску, следя за тем, чтобы это не разрушилось. Ставим рядом. Ищем. Здесь еще два. Вот этот один. Ставим в такое положение. И двойным движением собираем полоску. Располагаем на свое место. Собрав белый, собираем противоположный, желтый. Видим, он тоже одинок. Здесь вот элемент, который хорошо подойдет. Поднимаем, отводим в сторону, возвращаем. Для того, чтобы собрать целую полоску, нам не хватает еще одного, и мы его находим прямо здесь. Ставим в удобное положение, поднимаем, отводим в сторонку, возвращаем. Собираем остальные. Здесь два элемента, здесь один. Подворачиваем и собираем полоску. Чтобы установить на свое место, поднимаем, разворачиваем, возвращаем. Собираем дальше. Один элемент, второй элемент. Совмещаем, ищем третий, он здесь. Ставим в удобное положение и совмещаем в полоску. Располагаем эту полоску под уже стоящий, выбиваем ее, разворачиваем, возвращаем. Дальше соберем синий. Видим здесь два элемента уже на месте. Ставим так и ищем третий. Вот он находится. Разворачиваем в удобное положение и ставим рядом. Полоска собралась. Расположим ее вертикально, чтобы не разрушить. Белый и желтый у нас по бокам. Ищем. Ну, здесь полосочка уже готовая есть. Просто ставим ее рядом и собираем оставшуюся. Видим один элемент, второй элемент. Можем опустить этот элемент вниз, развернуть вот этот и совместить. Повернем вот так. Я заметил, что еще один здесь есть. Ставим в удобное положение и совмещаем. Ставим на место. А собраны белый, синий и желтый. Давайте соберем следующий красный. Полосочка уже есть. Видим, здесь два элемента и здесь третий. Поднимаем его сюда, получаем полоску и не забываем отменить ход. Поворачиваем полоску вертикально и отменяем ход, который мы сделали. Теперь вот у нас полоска. Ставим сюда еще одну. Смотрим. Как раз ситуация, которую я показывал в основном обучающем видео. Два элемента здесь и один здесь. И при вот таком движении совмещается полоска. Мы ее подвернем вот в эту сторону, и она сразу встанет на место. У зеленого центра у нас уже две полоски собрались, и осталось нам собрать третью полосочку. Видим два разрозненных элемента. Мы можем, конечно, этот загнать сюда и вот так вот вернуть. И далее двумя рыбками все это собрать. Но я сделаю немножко по-другому. К примеру, я вижу, что вот здесь элемент, и здесь центральный элемент, средний. Я поверну вот так вот, да, и опускаю, соберу такую неполную полоску из двух элементов. Разверну вот так и поставлю вверх. У меня останется только один элемент переставить. Ну, здесь при помощи
рыбки из 3 на 3, мы их поменяем местами. Центры собраны. Дальше будем собирать ребра. Видим бело-красный элемент. И вот бело-красный элемент. Цвета одинаковые. Таким способом устанавливаем их на одну грань. И совмещаем на одном ребре. Ищем еще бело-красный. Здесь нет. Перехватываем на 180 градусов. Видим здесь бело-красный элемент. Опять же, цвета одинаковые. Делаем то же самое. Первое ребро собрано. Управляем его наверх. Смотрим, есть ли сверху что-то интересное. Видим два зелено-оранжевых. Давайте поменяем на них. Смотрим, где у нас еще зелено-оранжевые. Здесь нет. Переворачиваем. Видим зелено-оранжевое здесь. Два тут, одно здесь. Цвета одинаковые. Делаем алгоритм слева. Совмещаем. Смотрим, что у нас есть сверху. Вот бело-синие и тут бело-синие. Поэтому, заменяя вот это ребро на несобранное, поставим вот это сюда. Цвета разные, поэтому отведем в сторону, поднимем, вернем и опустим. И получаем, что вот два бело-синих уже вместе. Ищем дальше. Сверху больше нет. С другой стороны находится бело-синие. Цвета одинаковые. Ставим и совмещаем. У нас здесь желто-оранжевые собрались. Посмотрим, есть ли сверху такие. Тут таких нет. Перевернем. Здесь такое нашлось. Видим, цвета одинаковые. Поэтому, заменяя это ребро, сразу поставим в нужное положение. И вот у нас собралось уже желто-оранжевое. Видим желто-красные. Тут больше желто-красных нет. Посмотрим с другой стороны. Есть желто-красные. Поскольку здесь все разрознено, неважно, как мы их поменяем. Совмещаем. У нас два здесь, одно здесь. Неважно, какой из них мы развернем, чтобы совместить полностью. Ну, к примеру, сделаем это с правым. Делаем флип. И получаем собранное ребро. Смотрим. Сверху есть зелено-красные. И вот зелено-красные. Цвета разные. Поэтому отведем в сторону. И через фронт поставим на одну грань. Получили два зелено-красных. Смотрим, где еще зелено-красные. Тут три ребра собраны. Вот зелено-красные. Цвета одинаковые. Опускаем вниз и совмещаем. Ну, тут осталось одно единственное ребро. Ну, и видим, что здесь есть бело-зеленое и тут бело-зеленое. Цвета разные. Поэтому вот таким образом их поменяем. Это просчитывать не обязательно, но сборка от этого значительно ускоряется. Четыре ребра здесь собраны, переворачиваем и дособираем оставшиеся здесь два. Тут у нас есть бело-зеленые, а у нас бело-зеленое еще здесь есть. Спокойно повернем. Смотрим, что здесь. Зелено-желтое, зелено-желтое. Цвета одинаковые. Соединяем. И ищем еще одно зелено-желтое. Вот оно нашлось. Так, ну и уже любым способом опускаем. Соединяем центры. Видим, что они соединились правильно. Значит, все мы сделали как надо. Ничего нигде не ошиблись. Видим блочок бело-оранжевый. Ищем. Здесь бело-оранжевого нет. А вот здесь есть. Двойным движением вот этой грани переводим его сюда поближе. Блочок целый. Цвет совпадает. Выдвигаем место, где должен стоять этот элемент.
делаем флип и возвращаем. Бело-оранжевое ребро собрано. Дальше видим здесь оранжево-синий блочок. Здесь опять нет. Видим, что оно здесь. Цвет не совпадает. Значит, сначала делаем флип. Ну, а потом уже знакомый алгоритм. Выдвигаем нижний слой. Делаем флип. И возвращаем. Переходим дальше. Видим синий-красный блок. А здесь синий с этим красным не совпадает. Значит, сначала делаем флип. И теперь делаем алгоритм. Выдвигаем на этот раз верхний слой, поскольку блок находился снизу. Проверяем. Все ребра собраны. Паритета не было. Остается собрать кубик как 3 на 3. Собираем крест. F2L. Здесь я подробно останавливаться не буду, поскольку 3 на 3 каждый собирает так, как ему нравится. Собираем OLL. И PLL. Кубик собран. Следующая сборка. Опять начинаем с белого цвета. Вот он находится где. Нагоняем к нему один элемент. И второй элемент собирает центральную полоску. Видим здесь два элемента и здесь два элемента. К ним вот хорошо подойдет вот этот. Собираем полоску и ставим их рядом. Теперь к этому двойному элементу подведем еще вот этот. Проверяем, чтобы не разрушить уже собранные. Можно повернуть вот так. Да, ход этот будет свободен. Собираем полоску и ставим рядом. Смотрим дальше. Следующий у нас цвет желтый. Напротив белого делаем ходы с возвратом. Вот этот хорошо встанет вот сюда. Само собой собралась еще одна полоска. Сразу ее загоняем вверх. И собираем третью. Видим. Можем опустить вот эту, развернуть и вернуть. Находим третий элемент и соединяем. Размещаем под уже собранной полоской и собираем центр до конца. Следующий цвет синий. Соединяем, соединяем. Центральная полоска есть. Видим один элемент, второй элемент. Ставим рядом. И вот еще элементы, которые помогут нам собрать вторую полоску. Ставим рядом с основной. Остается вот два элемента. И третий. Соединяем. И ставим рядышком. Следующий давайте все-таки соберем красный. Вот он. Первый элемент к нему ставим. А видим, здесь уже полоска какая-то собралась. Но это пока рано. Просто добавляем сюда третий элемент. И отменяем движение. Полоска все равно есть. Располагаем ее вертикально. Двойным движением загоняем сюда. Разворачиваем и отменяем двойное движение. Смотрим. Вот такая вот ситуация. Я показывал, что ее можно решить. Опустить, развернуть. И вернуть. И вот эту полоску отправляем вот сюда. И отменяем движение. Дальше зелено-оранжевый. Есть полоска, есть полоска. Загоняем. Возвращаем.
Здесь удобнее всего вот этот двойной элемент загнать вот сюда. Ставим его под целой полоской, выбиваем и возвращаем. Стандартная ситуация, которая решается рыбкой. Центры собраны, переходим к ребрам. Видим желто-синее ребро, и здесь желто-синие элементы. Поскольку они разрознены, любым способом загоняем сюда, соединяем то, что соединяется, ну а это придется развернуть при помощи флипа. Ну, и соединяем до конца. Видим здесь зелено-желтые, да, и вот здесь зелено-желтый. Поэтому вот это ребро меняем на этот элемент. Цвета одинаковые, поэтому вот так сделаем. Сразу получили зелено-желтое ребро. Видим здесь много зелено-красного, но сверху зелено-красного нет. Зато есть зелено-оранжевый. Давайте поставим зелено-оранжевый рядом. Это несущественно, кому как больше нравится. Больше тут зелено-оранжевых нет. Разворачиваем кубик. Ищем сверху. А сверху тоже нет. Значит, ищем по бокам. Получилось зелено-оранжевое. Ищем дальше. Вот оно. Цвета разные. Загоняем через фронт. Смотрим. Красно-синий, красно-синий. Цвета одинаковые. Сделаем вот так. Еще один элемент появился здесь. И ребро собралось. Видим какие-то непонятные элементы. Давайте, чтобы у нас верх был собран, просто заменим. И перевернем. Видим здесь два зелено-красных и вот еще зелено-красный. Так. Соединим вот эти два элемента и какой-нибудь из них развернем. Ну, под правую руку удобнее вот это ребро развернуть. Получились три в ряд. Видим бело-зеленый, бело-зеленый. Цвета одинаковые. И еще один бело-зеленый. Тоже цвета одинаковые. Сразу замечаем бело-оранжевый, бело-оранжевый. Сделаем вот так. Через фронт. Соединяем. Смотрим, есть ли еще бело-оранжевый. Вот бело-оранжевый. Но если его повести вот сюда, он будет неправильно стоять. Поэтому можем либо это развернуть, либо этот элемент развернуть. Давайте этот. Разницы нет. Получили бело-оранжевое ребро. И видим здесь бело-синие. Хорошо стоят. Сразу третий бело-синий находим. И у нас осталось всего лишь одно здесь ребрышко. Просто меняем. И восстанавливаем центры. Ищем какие-нибудь блоки. Блоков нет. Блоков нет, это грустно, но не смертельно. Ну, просто возьмем, к примеру, вот к этому элементу, поставим какой-нибудь из них. Причем неважно, какой стороной он тут сюда встанет. Просто выдвигаем, и вот этот элемент поставим вот сюда. Делаем флип и задвигаем обратно. Видим, получился блок разрозненный, он стоит снизу. И вот нужный элемент. Вот эти цвета совпадают, значит все хорошо. Если блок снизу, значит нужно двигать верхний слой. А поскольку он разрозненный, то вместе с центральным. Делаем флип и возвращаем.
Видимо, здесь получилась вот такая вот ситуация, пока ее оставим. Опять здесь блоков нет. Желто-оранжевый. Ну, к нему какой-нибудь подставим желто-оранжевый. Так. И вот у нас получилось два желто-оранжевых. И вот один еще стоит правильно. А блок правильный. Выдвигаем место, где должен стоять вот этот элемент. Делаем флип. И возвращаем. У нас получилось вот такое разрозненное ребро. И еще одно такое уже есть. Можно, конечно, два раза сделать паритет. Но гораздо проще выдвинуть средний слой движением Е-штрих. Сделать флип. И вернуть. Дальше проверяем, что все собрано, и делаем этап 3×3. Оранжевый стоит, ставим зеленый, красный и синий. Дальше собираем F12. Еще одна пара, сине-оранжевая, остается сине-красная. Собираем ОЛЛ и ПЛЛ. Куб собран. Еще одна сборка. Опять начинаем с белого цвета. Видим, здесь уже один элемент возле центра стоит. Ставим еще один. Два элемента здесь. Один элемент здесь. Собираем вторую полоску. Ставим рядом. Один элемент. И здесь два элемента. Стоят очень неудобно. Мы видим, что здесь вот проход свободен. Собираем один. Отведем в сторону, повернем. И собираем еще одну полоску. Первый центр готов. Напротив него собираем желтый. Так, здесь опять один элемент на месте. Ставим второй. У нас получается вот здесь такой уголочек. К нему вот так вот подставим, чтобы была полоска. Загоняем ее на место с возвратными движениями. И собираем третью. Зеленый и желтый немножко сливаются. Ну, я думаю, видно. Вот желтая полоска. Желтый центр собран. Дальше собираем. К примеру, синий. Вот я вижу один элемент. И вот второй. Получилась вертикальная полоска. Ищем. Вот еще полоска есть. Совмещаем их вместе. Два элемента. И к ним третий. Синий центр готов. Собираем красный. Два есть. Вот третий. Двойным движением отводим в сторону, возвращаем. Видим, здесь два элемента и здесь два элемента. Можем сделать следующим образом. Опуская вот этот элемент, захватить всю полоску и вернуть назад. И она будет уже поближе к нужному нам месту. Ну, дальше, как обычно, загоняем. Так. Совместим с этим. Да. И повторим такую же операцию. Захватим и вернем сюда. Ну и установим на место. Зеленая центральная полоска уже есть. И вот есть еще одна. Поставим ее рядышком. И получим одну из типовых ситуаций. Располагаем два вот этих вот по бокам.
и выполняем следующий алгоритм. Здесь получилась полосочка, ее выталкиваем, возвращаем, возвращаем, разворачиваем и ставим на место. Все центры собраны. Я замечаю здесь два зелено-оранжевых. Нахожу здесь третий. Цвета разные. Загоняем вот так. Совмещаем. Видим здесь бело-красный. И здесь бело-красный. Цвета разные. Загоним через фронт. Третий бело-красный ищем. Здесь нет. Он находится вот здесь. Собираем. Дальше видим вот желто-оранжевый и желто-оранжевый. Ставим рядом. Совмещаем. Ищем еще желто-оранжевый. Нету. Переворачиваем. И вот два желто-оранжевых. Третий. Цвета одинаковые. Ставим рядом. Два оранжево-синих хорошо стоят. Ищем сверху, есть ли еще. Еще нету. Смотрим с другой стороны. Есть. Цвета разные. Отводим в сторону. И ставим сюда. Получаем ребро. Дальше. Тут осталось одно единственное. Заменим его любым способом и поищем, что у нас тут есть хорошего. Вижу бело-оранжевый, бело-оранжевый. Совмещаем. И вот третий бело-оранжевый. Через левую руку сделаем знакомый алгоритм. Получаем собранное ребро. Видим сверху два желто-красных. Спустим их вниз. И вот третий желто-красный. Цвета одинаковые. Совмещаем. Два бело-зеленых. Ищем сверху. Больше бело-зеленых нет. Поэтому замещаем на любое несобранное ребро. И смотрим снизу. Вот у нас бело-зеленый. И вот бело-зеленый. То есть просто так они не совместятся. Переворачиваем. К примеру, это ребро. И совмещаем. Смотрим. Здесь два сине-желтых. И вот сине-желтые есть, поэтому на любое заменяем. И будем собирать вот эти. Два рядом. Хорошо стоят. Вот это перевернем при помощи флипа. Так. Ну и заменяем оставшееся ребро. Восстанавливаем центры. Смотрим. Вот у нас зелено-желтые. Поблизости нет. Где она? Вот далеко. Разворачиваем вот так. Да, видим, что вот желтый цвет и зеленый цвет не совпадают. Делаем флип. Теперь цвета совпадают. Делаем стандартный алгоритм. Разрозненный блок снизу, поэтому сдвигаем сверху вместе с центральным слоем. Сдвигаем. Флип. Возвращаем. Смотрим дальше. Дальше ни на одном из трех оставшихся ребер нет блока. Поэтому мы должны его сначала создать. Видим бело-синий средний элемент и бело-синий крайний. Цвета одинаковые, поэтому можно поставить сюда вот этот элемент. Выдвинем, сделаем флип, вернем на место. Получился бело-синий блок. Вот еще бело-синий элемент. Двойным движением поставим поближе. Видимо, цвета разные. Делаем флип. Теперь цвета одинаковые. Выводим. И возвращаем. Зелено-красный. И вот зелено-красный. Правильный блок, но цвета не совпадают. Делаем флип. Делаем стандартный алгоритм. Выдвигаем верхнюю часть, поскольку блок стоит снизу. Делаем флип. Разворачивая это ребро, помещая нужный элемент вверх.
и возвращаем. У нас остается одно неправильное ребро, это случай реберного паритета. Берем кубик вот так и выполняем алгоритм Euler паритета из 4 на 4 с заменой одного хода. Право, вверх два раза, опрокидываем, право, два раза, право, два раза. Право на себя, два раза, лево на себя, два раза. Три слоя правых на себя, два раза, право, право на себя, право на себя. Вот все ребра собраны, остался этап 3 на 3. Собираем крест. Собираем FTL. Зелено-оранжевая пара и зелено-красная. Собираем OLL и PLL. Кубик собран. Тренируйтесь, и все у вас получится. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.